На мой взгляд, есть несколько важных тем, заслуживающих особого внимания. Первое. Одним из ключевых достижений СНГ считаем сохранение тесных человеческих контактов, доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных связей с прицелом на дальнейшую интеграцию. В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение. Надо понимать, что нигде ни на каких рынках нас никто не ждет. Рынки давно уже поделены, поэтому дай Богу держать свои, и здесь нам надо искать свое счастье. Второе. В современных условиях считают целесообразным принятие конкретных шагов по сопряжению региональных интеграционных процессов. Полагаю, что актуальные вопросы повестки дня в формате СНГ должны прежде всего учитывать происходящее в Большой Евразии, а по отдельным темам могли бы быть синхронизированы с проблематикой, обсуждаемой в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Третье. Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы, применяемые к нашим странам меры, становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик. Все вы знаете, с каким беспрецедентным санкционным давлением столкнулась в этом году Беларусь. И не только Беларусь. Четвертое. В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке. Нам необходима активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. Только объединив усилия, повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам. Полагал бы, что в сложившихся условиях опыт Союза Беларуси и России, союзного государства, вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки. Я обращаю ваше внимание к той разноуровневой интеграции, которая складывается на постсоветском пространстве. Думаю, это было бы реальным вкладом в гармонизацию подобных процессов с соседними региональными объединениями в целях экономической консолидации Евразии и формирования большого евразийского партнерства.